Приветствую, ребята, сегодня мы опять будем проходить игру под названием Paper Mario 3D Land. В прошлой серии мы победили короля Твомпа и прошли очень уровней. Ну, с вами я, Губка Боб, и погнали. Так, это уже второй мир, ребята. И первый уровень второго мира. Snake Plate Sands. Ну тут писки непонятны. Но Snake Plates, что такое? Неуя себе как лагает. Так, все, отлагало. В принципе, у меня огонь тут есть. На случай понадобится. Так, будет немного подлагивать. Помирает. Отлично. Мне кажется, или рядом с этим цветком то, что надо. Вот это запрятали, конечно. И треть. Вы налево, это еще что? Мне пофиг на урон. Куды? О, куды? Блин, а тут уже... Как-то плохо ориентироваться. Блин, и куда меня ведут, я не понял. Все? Это и все? Так, мне надо главное жизнь наполнить. Потому что тот прошлый гриб я уже забыл. Так, в принципе, для этого погружения мне нужен этот цветок. Все, покеда! Покеда поки! О, блин! Покедова! Не хочу! Не, вы все же смерть моей хотите. Было близко! Воу! Давай. Вот, отлично. Так. Берем не качеством, а количеством. Тут уже конец. Конец нашего приключения. Все, покеда. В отличие от другого приключения на этой штуке, оно было слишком коротким. Как? Все, я просрал. Блин. У меня всего одно право на ошибку. Надо быть на прошлом. Надо будет сходить на первый уровень и взять парочку жизней. Как? Чего? Да как это делается? Как они это делают? Все. Теперь у меня больше нету права на ошибочку. Давай. Так, делаем все как нужно. Без просротов. О, отлично. Огненный цветочек. Остается его только засейвить, и все. Мы уже прям настоящий супергерой. Я просто это... Засейвим нормально. Все, засейвили. Остается бить как бы не в себя. Жаль, этот огненный цветок не остановит драйбонса, который мне вообще и так по душе.
Ну вот забучие пески меня даже еще и могут остановить. Даже огонь не спасает. Так, давайте-ка исследуем. Понятно, тут звездочки нету. Тогда поехали. О, нет! Черт. Все. Гим умер. Пошел, Гим. Ладно, ребята, давайте-ка вернемся за Огнима. Огнима у нас там. Вот оно, Огнима. Идем. Офигенно, я умер, конечно. Хотя не, вру, не офигенно. Ну да, у меня уже есть огнево. Покедово. А вот понадобится мне летающий цветок. Только для одного дельца. Конечно же, чтобы прилететь одну секцию. Так, берем это. И тут полетим. Ну как летим? Точнее, страдаем. Потому что мы, блин, сразу теряем его. Наш лучик света. Да, всего нам в приключении дается 5 жизней. То есть новый пак жизней из 5. Ну, как бы, чтобы практически жизнь медом не казалась. И никакие тысячные гранны нам не дадут. Во! На этого у меня хватает, а на другие нет. Так, ну в принципе уже практически конец, если следовать. О, господи, блин, а я так скоро сдохну. Так, ну у меня от Покио получилось вернуться только так. Пока! Вы ничего не видели, и я тоже. Так, пипец, и придется уворачиваться от огня, чтобы засейвить свой цветочек. Ну и уворачиваться от этих черных крокозябр. Давай, красная. Ну, понеслась, родная. Давай, давай. Ну, давай. И о ее красоте, как не себе. Ну, давай. В принципе, я могу прилететь. Так, остается только цветок. Ну, как цветок? Точнее... Быстрей! Остается только пробежаться быстрее. Давай! Да! Выход! Все! Выход! Все, первый уровень закончили. Остались еще 3 уровня. Охрененно. Так, и у нас есть выбор. Пойти на Мистери Мэннер. Ну или на Перелоус Фэн План
платформ Пэник. Я, блин, ё-моё, уронил. Так, ладно, идём. Идём туда. Так, тут уже другой бокс, цветочек. В принципе, он нам может понадобиться на платформ Пэнике. Так что идем на платформ Пэник. Ну, поскольку мы тут проходим все уровни, в каждом мире, то пройдем все уровни. А-а-а, я помню тебя. Дьявольский уровень из Galaxy. Тут цветок-то и мне и понадобился. Ну, в принципе, в 3D World, ну, наверное, в 3D World он тоже присутствовал. Как тот же дьявол. Ууу, дьявол, еще один. Стопэ, это ж... вот это хреновина. Который тупо делает это. Так, а где мой цветок? Понятно, просрали его. Уж какой там? Так, пипец. Вот! Переродом. Тут, в принципе, без цветка мы можем обойтись. Давай. Да где этот чекпоинт? Спаситель. Еще поклон. Подгончик. Нет! Как же так? Ой. По сути, у меня теперь 6 попыток. Без цветка парения мне бы сейчас было бы трудно. Вот он. Вот она, звезда. Есть. Походу, по планам разработчика, я должен был использовать эти пенящие крепежки платформы. Но нет, разраб, я не ищу сложных путей. Вот теперь, да. Нет! Тут как? Тут я и решил цветок-то сохранить. Потому что тут нечестно. Тут как-то реально все нечестно. Ну что ж. Как? Я же подпрыгнул. О! Вот отлично. Ну, в принципе, я тут не достаю. А, так что это не план разраба. Все было задумано. О, жизнь! Теперь я вернул свои 6 шансов. Стоп.
Так, вот он. Да как я этот цветок должен сохранить? Так, это по-моему пипец. Была бы простая игра. И бы так бы не жаловался. Но нет, она не очень-то и проста. Все, опять проигрыш. Что это за дырвище такое? Что у тебя, это как? Да. Придется учитывать. Как? Чего? Блин, у меня нет шавермы. Да как? Да как? Это дьявол какой-то! Это нечестно! Это нечестно! Я не понимаю. Реально, какой-то нечестный... Какие-то нечестные тайминги. Заметьте. Ладно, может, на эту панику, этот уровень, который рядом с платформой, рядом с паникой на платформу, пройдем в следующей серии. А пока что пройдем платформу паник. Так, главное засейвить цветок. Что это за тип? Какого фига? Тут без цветка невозможно пройти. Я реально говорю. Да как так? Да как? Буду разрабы делать все, чтобы я не получил все звездочки. Да ну не надо! Хватит, хватит. Хватит. Просто. Это нечестно! Это нечестно! Ну, ё-моё, я пытаюсь засейвить цветок, парень. А получается все как всегда. Ничего, лагаем. Так как всегда. Только не говори. Я просрал. Всё. Ну давай. Давай. Я не буду. Нет, ты надо мной издеваешься. Ты, игра, надо мной издеваешься. Мысли.
конец. А то уж думал, все пропало. Воу. Так. Так, ребята. Собираемся. Сэвим цветочек. Да как этот гриб работает? Так, сэвим цветочек. Ну и погнали. Все должно быть в порядке. Нет! Да как так? Это не честно. Я так просру из-за них жизнь-то. Хватит, хватит. Я уже это не вижу. Когда я приду в твою игру, я все уже удалю ее нафиг. Хотя, когда я уже пройду эту игру. Пошло на все. Тут непонятно, как работает система. Система жизни непонятно, как работает. Тут все непонятно. Если бы я ничего не сейвил, все бы было бы в порядке. Все. Все! Покедово, бай, бэчс. Тут лучше это не надо. И блокировать. Я просто так сказал, наконец! Наконец! Я прошел этот чертов уровень. Пока, ёпарасоте. Покедо. Нифига разрабы придумали так сложно. Ладно, пошли на локо-показ трека так. Ну. Стоп, и кто этот локо-пока? Нифига себе, поезд! Так, в принципе... А! Я тебя убью! Чё тут? Спасибо. Вот же ж. Так, затыкаем. Потому что это еще не нужно. Нет. Отлично. Успел. Отлично. Чекпоинт. О. Уколол. Знаете, этот уровень легче, чем предыдущий. Он просто щадит. В отличие от предыдущего. В отличие от предыдущего уровня, этот уровень реально оставляет надежды. Так, первым блин комом. Но это ничего не значит. О, блин, цветок! Отлично. Ты-то мне и нужен. Ах ты. Как так-то? Он еще 3 урона носит. Так, теперь не останавливаемся. Ост-
останавливаемся только, чтобы сохранить. Больше ни на чем. Отлично! Рисково, но прошел. Правда, еще из-за этого умер. Ладно, пох. Главное, что прошел. Хоть что-то радует. Остается только пройти так же, со сейвиком. То есть мне придется сейвить на протяжении всей этой секции цветок, пока я не дойду до звезды. Блин. Так, до босса тут еще сложнее добраться, поскольку он тут реально не щадит. Кто? Нет! Как так-то? Я только схватил звезду. Все. А потом босс. Блин, если бы некий недочет, то все. Я бы уже прошел бы уровень. Но нет, из-за этих недочетов придется еще учитывать. Пофиг. Да ладно! Прошел! Крот! То, что еще надо. Все. Босс, наконец. Ну что, пошли. Это кто такой? Слушай, ты кто? Нифига себе. Что это за говно? И как я это должен проходить? Прямо к чекпоинту, вы что? Сейват? Да не! Может быть, сохранение бы для меня сделали, али? Я не хочу добираться туда снова, алё! Знаете, схвачу звезду как-нибудь за кадром. Как он меня ударил? Давай. Как? Что? Да нет! Я ненавижу вас. Теперь этот уровень меня вообще не щадит. Из-за этой третьей звезды, мать вашу! Нет, я просто хочу добыть все звезды. Али! Вам что, так сложно? Да! Я прыгнул! Вы все сами видели! Да пошел ты да! Да нет! Нет! Я ненавижу эту игру. Пошла она нафиг. Кто из-за этого не просыпался? Потому что оказалось слишком сложной. Это неправда. Тут совершенно неоправданно сложность! А нахрена? Нахрена так сильно заморачиваться? Когда можно просто портить всем жизни?
Нет, я скоро человек создать слышу. И тогда я покажу, что такое ад. Да как? Я допрыгнул! Ой. Я допрыгнул, алло! Что это за неправда? Это чистая неправда, я допрыгнул! Да и за мной еще охотится. К тому же охренело. Да и к тому же музыка немного раздражает. На боссе Твомпе я практически не умирал. Точнее, к тому времени, когда я до него доходил. Но это просто выносит. Выносит все рамки за мной. О, ну хоть сейчас. Оправдали ожидания. Ну, точнее, реальность. Так, сейчас не теряем крота. Действуем быстро. Давай, появляйся. Охренеть! Чел, ну перестань! Да перестань! Воу! Он еще умеет рикошетить! Ты лезь куда-то! Какие колючки! Не, ну ты надо мной издеваешься. Мини-поки, блин, вылезли! Я только его один раз ударил. Охренено. Спасибо. Спасибо. Я не понимаю вас, создатели. Охрена одаривать такой уровень невообразительной сложностью. Нет, могли бы просто сделать его легче. А так просто. Выбивайте желание играть. Тут все просто. Якобы. Тут якобы все просто. Просто. О, ну хоть тут что-то получилось. А не бредятина какая-то. Так, берем крота. И идем. 6 попыток на ошибку. Надо не просрать. Так, понятно. Понятно ли, для чего мне был нужен крот? Чтобы наносить урон гораздо выше. О! Вот это я увернулся. Отлично! Все, это 3 удара по кнопке Power. Да и как я должен успеть кое-что сделать? Когда мне на все про все дается хуй знает сколько. Я должен за всем этим как-то уследить. Нет, ребята, ну я, наверное, все. Умер. Да потому что тут невозможно выиграть. И кто это прошел? Не американцы. Просто молодцы. Кроме американцев.
Может, они тут вообще полудели. Ну да, американцы создали это. Пусть сами за все и отвечают. Потому что мне не нравится такая запредельная сложность в таких играх. Ну, полностью охренели. Вот поэтому у меня не получается запрыгнуть. Блин, когда это уже закончится? Да реально. Да как? Очень вижу вас, американцы. Вы чего такое делаете? Вы что, дьяволы какие-то? Вы это делали еще до войны. Нет, игра опять надо мной решила поиздеваться. А точнее мой компьютер. Не, нахрена мне кидать антивирус? Точнее обновление для него. Ладно. Да как? Я прыгнул. Это у вас неоправданно такая. Нет, да я уже этому не удивляюсь. Вернее, поражаюсь, насколько они проработали. Дьявольскую натуру. Да не очень. Даже нормально попасть по этому поке я не могу. Что такое? Да ты задолбал! Сратая колючая тварь! Хотел пройти это без урона, но нет. Я просто ненавижу эту секцию. Просто отлично. И как вы этим решили сдать меня? Ну, этого недостаточно, пацаны. А вот так-то лучше. Я уже снова достал звезду. Теперь главное мне промазать. Ну что, погнали. Пы-пы-пы-урел. Пы-урел. Ну давай, я не сдохну. Воу. Блин, а он слишком быстрый. Да как? Что? Вот он тут, нихрена себе, сколько ударил. Ну давай. Опа. Нифига, сколько он потерял. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. По слабому месту. Ему совсем немножко осталось. А потом выигрыш. Да! Есть! Как долго я пытался его победить. Но все же судьба решила, что я выиграю.
Ну, походу, ребята, я пройду четвертый уровень этой игры за кадром. Потому что... Ну, вы сами понимаете, я буду страдать. Ну, ребята, на этом мы закончим. Если вам понравилась эта игра, ставьте лайки и подписывайтесь, но это будет тоже. Но, если вы не хотите пропускать мои новые видосы, нажимайте на колокольчик. А пока.